На этом слете только те, для кого каждая солдатская жизнь дорога, как своя, а каждый найденный патрон – частичка истории. Архивно-поисковая деятельность, топография, навыки работы с GPS-навигаторами. Стать лучшими в том, что в первую очередь необходимо хорошему поисковику, задачи не из легких. Ребята из Самары стали вторыми в оказании первой помощи и ориентировании на местности, но в итоге заняли лишь 6-е место. Впрочем, не расстраиваются, говорят, главное – не победить, научиться. Основная задача нас научить, во-первых. Основная задача – привлечь внимание к той проблеме, которая существует, к огромному количеству пока еще безвестных героев. Первое время, 3-4 года, занимались только архивной поисковой деятельностью. Вернули родному университету аэрокосмическому, военной кафедре, имена более 600 ветеранов. Ветеранов войны, прежде всего, ветеранов труда. Долг каждого гражданина – помнить о той войне, помнить о тех событиях, о тех людях. Мы ищем бойцов, поднимаем, ищем снаряды. Устанавливаем имена героев. Военно-историческая викторина, знание вооружения и атрибутов времен Великой Отечественной. Свои навыки ребята показали в 18 номинациях. Окружной слет поисковых отрядов в прошлом году предложил проводить полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Отличную подготовку ребят оценили на высшем уровне. Дорогие ребята, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы есть, поблагодарить вас за вашу правильную жизненную позицию, за то, что вы растете патриотами, в руках которых наше будущее нашей родной России, Великого Отечества. Участники слета уверены, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. А значит, работы, говорят, еще очень много. Поиск действительно меня обворожил, так скажем, захватил. Это такое дело, которое дано не каждому, и не каждый сможет понять, что такое есть поиск и вообще поднятие останков. Когда поднимаешь бойца, дух перехватывает. Такое чувство прям становится то, что ты не ходишь по костям, а ты уже освобождаешь землю от этих костей и захораниваешь их по почте. Чувства такие просто переполняют, когда ты находишь бойца. Все эти личные вещи. Алина Чемерис, «События».